Неоспоримо, что между мамой и ребенком существует невидимая связь, но иногда она превращается в болезненную привязанность. Итак, что же плохого в привязанности к маме и почему она вдруг называется болезненной? На самом деле, совсем маленькие дети просто не разделяют себя и маму. И только повзрослев, начинают понимать, что есть их желание, а есть желание мамы. Дети учатся самостоятельно передвигаться и открывать для себя новые возможности. Обычно им нравится их самостоятельность, но бывает такое, что ребенок, который уже готов отделиться от мамы, все никак не может это сделать и постоянно цепляется за юбку. Итак, в чем же причины болезненной привязанности к маме? Первое – это недостаток мамы или длительные разлуки в раннем детстве. В возрасте примерно до года формируется так называемое базовое доверие. Если взрослые удовлетворяют все потребности малыша, то он чувствует мир безопасным и надежным. В противном случае ребенок чувствует мир пугающим и постоянно ищет безопасное место, в данном случае это мамины руки. Также может влиять страх за маму. Размышления малыша таковы: пока мама рядом, с ней все нормально, а как только она уходит, что же с ней происходит и кто может о ней позаботиться? Влияет слабый контакт с папой либо слишком строгий отец. Часто дети не хотят отпускать маму, потому что просто боятся находиться рядом с папой. Это может произойти по двум причинам. Либо ребенок редко видит отца, либо отец с ним слишком строг. Очень важным фактором является, когда мама сама не готова отпустить ребенка и тем самым провоцирует его такое поведение. Может повлиять запугивание ребенка по типу «отдам тебя злому дяде, злой тете или другим устрашающим персонажам». Такие, на первый взгляд, глупые высказывания родителей могут очень сильно укорениться в памяти ребенка. А еще это может быть реакция на болезнь. Когда ребенок болеет, он спускается на одну ступеньку в своем развитии и требует к себе особого внимания. Во всех вышеперечисленных ситуациях дайте ребенку понять, что вы во всем поддержите его, и тогда он поймет, что в его маленьком мире все в порядке. И помните, хороших людей воспитывают только счастливые родители. До скорого!